Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Давайте в GTA-шечку. А они почему-то не работают, не знаю, последние пару недель. Star Wars. Давайте, ребят, заходите в прямой эфирчик. Армен, а можно, пожалуйста, мой вот тот напиток? Ребятушки, всем привет, ребята. Давайте заходим, пока не будет 50 зрителей, не будем ничего говорить. Сюрпризики, секретики. Все, я помахаю кому-то. Мишка. И, ребят, всем привет. Нет, не всем, пока еще как не было. Как это играть? Я не умею играть. Ты не же возьму кукуму? Нет, конечно. О, это Лера, короче, Лера Трофимова, я знаю, что ты здесь была. Короче, сегодня все, кто с Кишинева, ребята, внимание, приходите в BeUp. Это адрес. Какой адрес? Адрес. Срочно нужен адрес. Крайне нужен адрес. Нажми на А. Нажмите, в смысле? Адрес, скажи, пожалуйста. Короче, ребят. Так, ты вот справа. Вы вот справа, короче. Ребят, ботаника. Мистер Кебаб на ботанике. Приходите в BeUp. Сегодня разыгрываются путевки на Ватру. Все, кто из Молдовы, приходите в BeUp. Адрес, скажи, пожалуйста. 6, Индепенденция, 6, дроп 1. Индепенденция, 6, дроп 1. 6, вот такая черточка, 1. Помимо билетов на Ватру будут еще и небольшие еще призы материальные. И медальончики из дерева, ручной работы. Помимо билетов на Ватру будут медальончики из дерева. Ребят, Лера, Малин, приходи. Но ты не знаешь, если выиграешь билет. Лера, приходи, пожалуйста. Пожалуйста, приходи, Лерочка. Куда нажать? Вот. Этот парень вас вздернет в Mortal Kombat, короче, к сожалению. Я проебал чемпионат. Ребят, все, допустим, ребят, все, кто в Молдове, приходите, пожалуйста. Адрес я вам сказал. Приходите сюда. Будем играть в мафию. Привет. Всем привет. Откуда у меня так много зрителей? Лера, не, в смысле до трех универ. Мы уже здесь, смотри. Я пью за здоровье. Подожди, я тебе объясню, что это. Это обычно здоровье. Ребят. Это синий. Это нога. Тоже нога. Короче, BeUp, молодежный клуб. Это прям. Гоночки. Все приходим сегодня сюда. Меня ударил. О, Катя Бичфейс. Приходи, Катюха, приходи сегодня. Я помахаю я тебе. Я умею в это играть, мама. Лера, так ты придешь сегодня? Все, ладно, добей меня. Подаешься, это нечестно. Как я это сделал, классно. Ага, я поняла, как. Да, я дошел, Лера, но я дошел тогда, когда тебя здесь нет, понимаешь? Ужасно, меня убили. Ужасный человек. Лера, это все из-за тебя. Ты мучишь Нет, не боди, но это некрасиво. Сейчас зажми сразу эти два триггера. Одновременно. Короче, а что вы делаете? Короче, чувак, тут, короче, одна девчонка под пацана бьет, капец. Что вы делаете? Катя Бичфей, знаешь Катю, как у нее фамилия, блин? Ты мне подаешься, это скучно. Катя Бичфейс, напиши, как тебя зовут, я забыл. Ты же была в BeUp много раз. Ее зовут Катя, я думаю. Катя, привет, что мутишь? Подожди, Идличка, что ли? Да, Идличка, приходи сегодня, я тебя сегодня дерну, короче, в мафию. Это слишком для меня сложно, почему я беру? Баранов, привет, передаю тебе привет. Да ты что ли же? Новый трек скоро, чувак. Можно бонки? Я не умею с такой играть.
Ребят, ребят, еще раз, у кого сегодня нет дел и кто в Молдове, все приходим в Биаб и активно участвуем в мафии. Приезжайте с Америки, с Шотландии, откуда хотите, просто приезжайте. О, Хью Джекман, версия Молдовы. Чувак, я не похож, посмотри, какой я стрёмный. Какой Хью Джекман, я даже не знаю, кто это. Ты как молодой Ремин, пошел ты. Мне кажется, я поняла, а тут прикол просто оттыкать. Как молодой Ремин. Ремин — это чувак с группы моей. Во сколько у вас игры, пишет Катя Ядличка? Четыре. В 4, Катя, подходи, я тебя дерну в Mortal Kombat, в GTA 5, в мафию. GTA 5 не работает. GTA 5 не работает, так что, Катя, я тебя не дерну в GTA 5. Вот игры. Кот рэпер. Кот рэпер, чувак. Кот рэпер, ты что, долбоеб? Попало. Чувак, опять не спишь. Здорово, братан, как дела? Потенциал. Из Волгограда приеду, ок. Нет, чувак, из Волгограда не успеешь приехать. Надо было вчера на концерт приехать. Меня убили. Во сколько приходить? О, Клепикова Лиза, ты была у меня в лагере. Короче, приходи в 4 часа. Активные мероприятия, биап. Будет тусняк, будет движняк, будут бесплатные энергетики. Их мало осталось. Их мало осталось, так что... 4 штуки. 4 штуки, так что быстрее, ребят. Первым 4 людям, которые зайдут, бесплатные энергетики. Мне пишет Катя Ядличка, я только пивас сейчас хочу. Извини, мы не пьем, Катя. Я против алкоголя вообще. Да, против. Да, мы не такие. Йоу. Короче, ребят, я вам сказал, давайте. Ребят, последняя инфа, еще раз, я уже 700 раз повторил, это как даун, но если вы хотите прийти, пофоткаться, намутить фотки с Артемом Выборовым. Выборов не придет. Отложите мне энергетик, пишет Валерия Малин. Оп, извини, Лера, последний. Вот, первые три. У меня вопрос, а почему это мой? Это мой, вон там твой. Я не знаю, что мыть. Нифига себе, брат. Лера говорит, я спала 2 часа. Лера, прости, мы не Лера, спали вообще. Лера, мы вообще не спали, о чем ты? Мы втопили по... Мы в 4 часа сидели в Сиплс. Да, мы втопили по пивасу. И 2-8. Все, и нам хорошо, понимаешь? Смотри. Радуемся жизни, яркие, люди. Молодежь просто, молодежь кишет. Полуживые или полумертвые, не знаю, как правильно. Короче, ребят, последний раз говорю, все, кто в Кишиневе, в 4 часа приходите в Биаб. Играем во все, что хотите. В твистер, в... Не, ну вообще, типа, будет мафия. Вообще мафия будет, так что, типа, в твистер мы не играем сегодня. Так что, ребят, люблю вас всех, кто на трансляции были. Ставьте сердечки, если вы любите меня. Тёмочка, тебя никто не любит. Так, стоп. Лера, ты не поставила сердечко, я увидел. Что такое? В Москве когда буду? Ага, смотри, сказал, поставь сердечко, кто любит меня. Видишь? Ага. Это не мне сердечки. Поняли, да? Спасибо, ребят, я вас тоже обожаю. Боже, сколько сердечек. Боже, не знаю, как Стас Михайлов. Сейчас просто растрогаюсь. Салютую Кишневе вашим котам. Мурманск салют. Все, ребят, все приходите в Биа, будем сегодня тусить и мутить движняк. Артем Выборов, приходи тоже, если ты на трансляции. Чувак, у тебя очень... Ник, мне чувак пишет, поздравь с днем рождения. У него ник Руслан Шутефукпу Мурманск 51. Руслан Шутефукпу Мурманск 51, с днем рождения. Надеюсь, я правильно сказал. Артем, ты меня уважаешь, чувак, больше всех. Все, ребят, Покедова, вы лучшие. Люблю вас всех. Спасибо, что вы меня тоже любите. Ставьте сердечки. Целую куда? Целую, просто вас целую, пожалуйста, ребят. Все, всем пока. Я не буду сохранять эту трансляцию, потому что... А вы... Блять, а они на Рэпперископ выложат эту трансляцию в нет, я знаю. Ну, выкладывайте. Все, ребят, Покедова, будьте на связи. Да, мы вас ждем. Самые лучшие искренние ребята. Биап. Бля, кажется, Кишинев. Я пострел лет так на 15. Я чувак. Это за один концерт. Что будет дальше? Это все Муждей. Муждей бой здесь. Все, ребят, привет. Хунтер Форевер, привет. Все, ребят, пока. Приходите сюда. Биап. Вот, где карта? Вот есть карта, значит, сюда приходите. И меч есть. Да, это мой главный здесь. А знаешь, как девчонки некоторые придут на трансляцию? Вот так. Да, давай на 2 по улицам. Знаю, сегодня я была на маникюре, да. А ты где была? Вот так вот, типа. Вот так вот уже. Может, я бой, стоп, да. Да, вообще люблю их, вообще всем сердцем. Блэск, блэск, блэск.
Привет, Молдова. Молдова, Мам, ты что, боже. русский не учишь? Блин, Привет. сейчас мы нагнали на человека, мы же даже не знаем, откуда он. Так, ребят. Напомни, пожалуйста, еще раз, как тебя зовут? Я забыл. Ма... Говнарь, он просто говнарь. Не приходите. Он ужасный человек, ребята. Мы с ним знакомы уже сутки, он не запомнил мое имя. При том, что, Негодяй. типа, я ему сказала его раз миллиард, и он не запомнил. Я вообще-то пришел играть в интеллектуальные игры и хочу очень сегодня поиграть в мат. Я не знаю, зачем ты меня отвлекаешь. Вспомни мое имя. Это же это охеренное, где, как называется? Блюр, охеренно, чувак, сейчас Найти, топлю тебя. играйте. Вспомни мое имя, давай. Ра, не стой, ма. Ну, Ты ты кажется близко странно. уже. Ты можешь пока вести трансляцию? Окей. А? Мне кажется, странно будет. А, на Он кой не газ, помнит чувак? мое А, имя, он нет. ужасный человек. Кого ты помнишь? Ребята, не любите его. У А, нас хорошо дела, у это нас газ. просто Стой, замечательно. так нечестно. А, я сверху. Мы Я Молдаванин, снизу. я. Все, я снизу. Да, он у нас молдаванин. Отвечай на... Нет, Стой, он а плачет. на ки... А на ки пускать эти... Саводар, что На это А. значит? Нижняя. Тебе, типа, отправили запрос на Не принимай, участие. не принимай. Хорошо. Мне сказали не принимать, я как личный менеджер. Это я в тебя втопился, да? Мы, ну, А, они мы играем не на играют гонке, мы играем тупо во друг что-то друга, типа, очень-очень на странное, я разных даже не знаю, платформах, что на это. какие, да? Им весело. Все приходите в БИАП сегодня, значит, мы Ну, это самое, пожалуйста. на ватру разыгрываем. Да, Тёма тебя ё-моё. спрашивает, пельмени или вареники? Пельмени, вчера нужно было быть на Смотря чей концерте. вареник. Чувак, я тебе скидываю нитро, какого черта? Чувак, как пускать эти... Тёма, беги, Джонни А! вернулся. Один этап или первый Чувак! этап 140. Чувак, как втопить? Я не понимаю, как использовать эти... Вот, нажимаешь, он стреляет. Ты должен их сначала подобрать. Так я подбирал, знаешь, как... Я снизу, да? Да. Тебе пишут, я пельмени на стол. Ах, ты ж засранец. Там кто-то спросил, не поможем ли мы сделать балкон. А какой был... А мы что, сломали? Надеюсь, что нет. А мы могли. Засранец ты, чувак. Ах, ты ж жопа Кто моя проигрывает, кто конючая. выигрывает. Так вот весело проходит время в Ай-яй-яй-яй. Это Биапе. я тебя поцелую, братан. Прости. Никите Иванову понравилась ваша запись. Ебаш, ебаш, это форсаж. Артем, эмоции. Вы видите, как выглядит задрот? Ах ты ж засранец, чувак. А ну иди сюда. Ах ты ж иди сюда. Привет. Знаешь, что прикол? Ты что мы сейчас Нас оба такие подбитые? супервесели. Куда ты поехал, чувак? А ну иди сюда. Ну идем попекаемся. Обожаю такую тусу. Может, мы поиграем во что-то на троих, ребят? На троих. Нет, я не думаю, ребят. Что где есть? Адрес можно еще раз, пожалуйста? Адрес молодой человек, это слишком. Индепенденции. 6-1. Пожалуйста, постричься. Нет. Сейчас съемочка синиза. Что тебя там еще спрашивают? Нас вообще много. Все написали. А, Ой, нет, это мне спасибо написали. На. Ты используешь мой хайп. Ужас. Все, теперь. Что там еще тебя стану спрашивают? знаменитой. Во что вы играете? Во что вы играете, ребята? А, в блюр, скажи. Они Сейчас играют в малолетки блюр. будут течь. О, я выиграл. Я не знаю, что это. Ставьте лайки. Арсен, Армен. Да. Это я. Арсен? Армен. Прикол в том, что первое время я тоже говорю Арсен. Да. Я первое время даже твое имя не помню. Ребята, чувак, я до сих пор. Да я Артема не помню имя. Ребята, вот. Вот давайте Только вспомним дружно выбрала. мое имя. Давайте. Марина, да, ее зовут или как? Я вчера так долго объяснял эту систему. Да. И ты сказал, что ты все понял и Короче, запомнил. Сыграй ты, пока я поведу трансляцию. Боже, какой он горячий. Играл в Warcraft. Все, чувак, покедово. Хочу в Tekken, но лень идти. В смысле, не идти? Приходи, поддерживай это самое молодежное движение, да. Ты чё, гонишь, Катя Ядличка? Бедный Армен, пишут. Армен, мы тебя обижаем? ЖК же? Нет, чё, не ЖК же.
Блин, такое ощущение, что я спал в сарае. Посмотрите на эту чулку. Не спал. Такое ощущение, что я был на концерте Артема Выборова. Короче, ребят, покедова, я вам все рассказал. Хотите прийти, приходите.